Тромсе расположен у побережья Норвежского моря, и это не могло отобразиться на его климате. Как для северного города, он удивительно мягкий благодаря теплому течению Гольфстрим. Вода в море не замерзает, и это позволяет Тромсе принимать круизные лайнеры, отправляющиеся из Бергена круглый год. Город сумел сохранить традиции и не отстать от современных трендов. Здесь можно увидеть как гей-парад, так и кочевые народы Норвегии, Швеции, Финляндии, а также пообщаться с местными саамскими оленеводами. Здесь расположились как традиционные норвежские рыбацкие дома, так и огромная современная военная база. Эти смеси делают Тромсе очень интересным местом для изучения норвежской культуры. Туристы со всего мира едут сюда в надежде увидеть аврору. Именно здесь шансы увидеть ее практически равны 100%. Туристы с Индии, Китая, стран Персидского залива и даже Бразилии ждут наступления темноты, чтобы отправиться на охоту с опытными ловцами северного сияния. А пока на улице светло, все стараются успеть обойти местные достопримечательности. Среди них Арктический собор. Это знаменитая белоснежная церковь, построена в 1960 году, но уже успевшая стать символом быстро развивающегося города. Для проведения культурного досуга туристам предлагают посетить музеи. Среди них Полярный музей, рассказывающий о суровых полярниках, покоряющих Арктику. Музей Полярия является самым северным аквариумом в мире, а также многие другие. Любители острых и новых ощущений могут прокататься на оленях или на хаске. Мне лично больше по душе последний, так как в санках с запряженными оленями я быстро засыпаю.